Игорь Николаев будет рассказывать о своем проекте Константина Дормидонтовича. И не только. И не только. Надо сказать, конечно, что Константин Дормидонтович вроде бы и нижегородец сам по себе. Вот, и больше связана жизнь с Пермской губернией и прочее. Но когда-то, когда Елена пришла на сайт Союза возрождения родословных традиций, она написала про своих Покровских и пыталась тыкаться во все возможные углы и понять, где же, откуда же ее Покровские. Но уж больно имя экзотичное было у предка Дормидон. Да, я об этом скажу. И просто я стала смотреть и чувствую, что это наш. Так потом и оказалось. Но о том, как поиск проходил, как всего это делалось, Елена Николаевна расскажет сама. И я рада еще и представить ее замечательного помощника, ее мужа Владимира Евгеньевича, который у нас теперь в Союзе возрождения родословных традиций записывает летописец, и у них в Москве есть свои такие же посиделки. Вот, и выкладывается на СВТ эти все видео, но это большой труд, и мы очень рады, что у нас теперь вот сегодня нас запишут еще и полностью. Это будет очень даже, думаю, нам помощь большая. Ну а сейчас я предоставляю слово Елене Николаевне. Я сразу прошу прощения, что я сидя буду говорить, что мне тяжеловато стоять. Вот. Ну, во-первых, здравствуйте еще раз. Здоровья всем. И, наверное, совершилась такая большая моя мечта — Нижний Новгород, потому что корни-то отсюда, и генетика моя отсюда идет, как известно, у меня больше по папиной линии идет Покровских. И этот приезд для меня очень-очень много значит. Я даже выделила много дней таких до 2 числа, чтобы... Я даже не знаю, что я толком буду тут делать, но мне захотелось здесь побыть. И очень примечательно то, что вот сейчас, конкретно здесь, библиотека оказалась практически на том месте, где стоял дом моего прадеда. И все события, которые я буду рассказывать, они корнями идут. Вот был Звездинка 13, 11 был Горького дом, вот Гогина, и рядом дом 13. Значит, где-то вот буквально вот тут вот этот ров был, вот все это происходило здесь. И вчера я ходила вокруг этой библиотеки. Я думаю, ну пусть эти вот стоят эти дома, но я вот это вот подышу. И сняла я квартиру прямо здесь. Вот понимаете, вот какая-то магия существует все-таки. Ну, всем нам хорошо известно, что как только начинаешь заниматься предками, как только занимаешься такими вещами родословными, происходят какие-то чудеса. И чудес очень много, и вам это все понятно. У меня стоит непростая такая задача, так как времени очень мало, а рассказать хочется очень много. И когда я приезжаю в какой-то другой город, связанный вот с выступлением тех же Покровских, приходится перестраиваться под аудиторию, потому что им интересно. Если я была в Перми, а в Перми огромная работа была произведена, вы там узнаете по ходу рассказа. Там пермский период огромный, подробный, в университете, я дружу с этим университетом. А здесь мне нужно все рассказать и больше даже о корнях каких-то рассказать. Поэтому постараюсь я успеть, и наверное, вам интересно будет, как поиск сам вел. Потому что, ну, вы сталкиваетесь с какими-то вещами, и я сталкиваюсь. Но мне повезло. Мне вот повезло именно потому, что я вдруг попала в наш союз. Попала Татьяна Львовна под глаза, Бибикова под глаза попала. И они как начали мне сразу кидать, сразу. Это ваши Покровские. Я говорю, подождите. Где я деда этого ищу, там в Уфе где-то, и где эти Покровские? Потом я думаю, что это очень редкая фамилия. Я очень глубоко ошибалась. И пришла я полностью, не зная ничего понятия родословного. Я думаю, ну это сейчас вот я, знаете, где папа родился? И сейчас мне оттуда все вот пришлют сразу, вот хором, разом и все прочее. Не тут-то было. Здесь и начались разные фокусы. Ну, вернемся к началу. И я хотела бы, вот меня часто задают вопрос, ну и чего вы там копаетесь, мыши архивные? Знакомы, да? И даже родственники говорят, ну и тебе хочется хобби твое. Вот ты давай, вот и делай. До тех пор, пока я не положила перед ними книгу, первые свои труды по родословной. Тогда вроде, интересно.
пока я не выложила в интернет первую свою портреты женщин, еще что-то там, и внучка увидела там, а можно я у тебя это стащу к себе на это? Я говорю, здравствуйте, приехали. Конечно, можно, для этого выкладываю. Объясните, какие портреты, мы с вами не поняли, о чем. Ой, понимаете, я не привезла их. Нет, просто сказать, человек вышивает старинные фотографии, вышивает. Ну, по старым фотографиям миниатюрные такие портреты черно-белые я вышиваю. Я довожу до ума как-то эти. И у меня огромная коллекция, правда, все родственники уже растащили все. У меня нету дома галереи, у меня немножко так и там осталось. Вот. И она увидела как раз вот это, а потом мне пишет в личку. Бабуль, а я не знала, что нас так много. Что за моей спиной так много. Вот первые какие-то вот моменты такие. Внук, сестры у меня нету продолжения, а вот это сестринское поколение, дальше продолжение. Они, внук оказался в Нижнем Новгороде, причем так, что ну, сложная ситуация у него по судьбе. Молодой внук, и вдруг племянница прибегает. Алена, ты знаешь, куда он в Дивеево попадает? Он в Арзамаске, этот, я говорю, ты знаешь, там в каждой церкви были наши покровские, служили, так или иначе. Они все, я говорю, он попал как раз на корни, то есть его как вот, как охраняют его здесь силы наших предков. Поэтому Нижегородская земля для меня очень важна. И самое интересное, что когда вот спрашивают, зачем? Я веду по родословной. Ну вот я по специальности, по одной специальности последних, я психолог-расстановщик системной расстановки, если вы слышали. Да, это очень кратко метод исследования взаимосвязи событий каких-то и проблем предков на будущее влияние на будущее поколение. Мы на самом деле как единый организм этот род, и то, что там что-то происходило, особенно болезненное, это может отразиться через много поколений. И получается, что если ты, там есть такая формула, никто не должен забыт, никто не должен быть исключен. И если ты поднимаешь судьбу, независимо от того, отказывались от него родственники, или он сгинул где-то, или без вести пропал, если ты восстанавливаешь это имя, ты как будто лечишь огромный организм. И таким образом раны затягиваются, и на вот этом тончайшем плане наших взаимоотношений, вот этих взаимосвязей, называют их полем еще, меняется судьба будущих детей и твоя собственная. И когда я столкнулась с этим методом, наверное, с этого и пошла моя родословная. Мне всегда было интересно, но с этого пошла, потому что ты там, ну там ставятся заместители, ты смотришь в глаза, а ты ставишь его как своего дедушку или свою бабушку. И вот отсюда пошла вышивка. Мне захотелось посмотреть на старые фотографии. Я их совсем по-другому увидела. И вот каждый стежочек – это их жизнь. Это день их жизни. День жизни. Началось с бабушки. И думаю, да что же я все время ставлю портрет бабушки своей, которую я никогда не знала. У меня ни бабушек, ни дедушек не было в моей жизни. Куда бы я ни переезжала, первым делом она попадается мне под руки. Я выставляю свою бабушку. Очень мне нравится красивая женщина. Так нравится мне смотреть на нее. Она как раз была жена одного из братьев Покровских. И вот я понимаю, что какая-то там связь вот такая была. И когда потом я вам расскажу тоже про то, как я нашла фотографию прадеда своего. Есть особые связи в этом роду. Поэтому одна из целей, которую я делаю, я осознанно абсолютно делаю, это сделать цельным род. Вот целительство такое, может быть, это немножко громко звучит, но это так, я в этом убеждена абсолютно. И что еще? Ну, какое-то ощущение долга. И знаете, что дает мне эта работа? И, наверное, наверняка вам это знакомо. Ты совсем иначе начинаешь смотреть на своих близких, которые здесь, сейчас. Ведь у нас куча обид каких-то, камней за пазух и так далее. Ты принимать начинаешь какие-то вещи, понимать, откуда это идет. А когда ты понимаешь, как бы тебе тяжело не было с этим жить, с какими-то чертами, какими-то сложностями отношений, ты уже совсем по-другому на это смотришь, терпимее. И себя принимаешь, потому что я вот смотрю, ой, вот дедушка там сказал,
читаю его судебные дела, там какие-то там репортаж о нем написан, в газете это написано. Покровский сказал Николай Давыдович, что вот если там память мне не изменяет, я начинаю хохотать. Потому что это, если память такая артистичная, такая, память мне не изменяет, и к нему прицепились с этой фразы, папа так говорил, и я всегда злилась, а потом, я же так все время сама говорю, откуда, из каких, конечно, это какие-то генетические уже проявления, может быть, подражательные моменты, но он папу своего не знал практически, сиротой остался рано. И вот ты начинаешь видеть и понимать, откуда пение, откуда вот это немножко рассеянность, откуда вот это, и ты просто с улыбкой это принимаешь, начинаешь себя принимать, а это очень важно по жизни, себя принять, потому что мы себя, как правило, не любим. Да? Вот, то есть это еще и психотерапия колоссальная такая идет. И, ну, плюс это безумно интересное занятие. Ну, безумно интересное занятие. Это очень рекомендовано вообще, особенно в пожилом возрасте, потому что у тебя Альцгеймер, это, я никак не могу выразить это слово, несчастное, не будет, потому что и историческая география, и история. Сначала я в начале пути вообще не понимала, зачем эти карты, зачем эти какие-то... Сейчас с трудом начинаю только до меня доходить, что оказывается, вот что ты, куда я окунулась-то. И когда мне говорят вот про эту книгу, сказали, ну вот, сейчас сказали, книгу написала, да, и ко мне подходят некоторые, слушай, ну, наверное, ты вот так вот, да, вот книгу написала, писатель там, все прочее. А я прислушиваюсь к себе и думаю, знаете, я не ожидала, что при всем честолюбии каком-то и действительно сделала большое дело, нет этого чувства куда-то, оно, может быть, есть, но оно закрылось огромным другим чувством. В данном случае именно об этом человеке, вот сейчас вы узнаете его судьбу, у меня сложилось такое ощущение, сделано огромное дело, я просто сделала дело, которое, ну, вот так необходимо было сделать. Этот человек настолько незаслуженно по жизни, и такой великий человек, я не боюсь этого слова, был заслуженно и оскорблен, унижен, уничтожен, что его не вернуть его имя просто невозможно. Но невозможно было. Ощущение выполненного какого-то долга, ощущение возрождения памяти. И потом я подсознательно шла, и вдруг, когда я эту книгу вот сейчас, у меня ее не осталось, у меня было 100 экземпляров, у меня ее практически не осталось, какая бы она ни была. Потому что мне потребность пошла. Я отправила в мемориалы, я отправила их в архивы, с которыми связаны были как-то его имя. Я отправила в Академию наук, в библиотеки, отправила в музеи, обсерватории, везде, где он работал, и сюда привезла. Да? То есть теперь его имя возрождается, и сделано гораздо больше, я потом вам расскажу, сделано. И у меня было ощущение такое, вот оно зачем это было делать. Вот оно именно, не просто перечисление где-то в энциклопедиях, имя его было вычеркнуто, что вот тут, вот так вот он был, проходил, что-то писал, что-то делал, что-то творил, а мне хотелось его восстановить как человека. И мне это, в принципе, я думаю, что мне это удалось. То есть все, что я могла найти, я нашла на этот день. Я спешила написать эту книгу, потому что мне почти 70 лет. Я абсолютно нормально смотрю, я собираюсь жить долго, но я просто человек реальности, и я понимаю, что всякое может случиться. Надо успеть. И у меня это слово основное – надо успеть. Я можно собирать, это бесконечно можно собирать. Много. Можно в глубину идти, но уже даже в глубину, это интересно, но эти имена мне уже мало что дают, потому что я мало их знаю, как о людях. Да, ну, крепостные, ну крестьяне, ну, поднялись, замечательно, все. А мне захотелось уже больше в ширину идти, то есть посмотреть, где жили, в какой атмосфере, как формировались эти люди, да, чем они жили. И тогда вот идет это понимание. Поэтому, наверное, все-таки моя психологическая такая специальность, она заставляет смотреть на тонкости какие-то такие житейские. А найти их очень сложно, их надо читать в документах, на каких-то пометочках, на каких-то между слов.
И вот это безумно интересно. Не просто даты, даты не забываются, а вот когда ты смотришь где, чего, а здесь и историю смотришь, и географию, и атмосферу, и сословие, и жизнь эту. Вот это, собственно, то, на что я обращаю внимание, к чему меня привели эти занятия родословные. Занимаюсь я, ну, совсем плотно с 13-го года. Вот в 13-м году я и пришла, вот такая вот, вот, я не знаю чего, я задавала абсолютно идиотские вопросы, как я сейчас понимаю, не получая на них ответ, я злилась. Думаю, специалисты ответить не могут, ну, как обычно бывает. То есть это мы так выглядим? Ну, да? Когда ты приходишь, когда я смотрю новички, которые приходят, сейчас на форум задают вопросы, я смотрю их интонацию, читаю, да, они вроде как стараются деликатно быть, но я за этим вспоминаю себя, как я спрашиваю, не отвечаю, идите, читайте книги. Ну, же мне показать пальцем не можешь, чего читать или не можешь. Это неизбежно, вы понимаете, это, наверное, в любом деле, когда приходят новички, оно вот такое состояние сначала. А потом, сейчас, конечно, безмерная благодарность всем за любое слово, за любую пометку, за любое какое-то замечание, потому что без этого просто невозможно. Поэтому хорошо, что существуют наши организации, наши группы, просто одной крайне сложно справиться. Что я бы хотела сказать, вот как поиск, собственно, я уже подошла к этому поиску, как велся поиск. Ну, у меня папа сирота. Причем осиротел оба родителей, а родителей потерял где-то папу в 4 года, маму в 5 лет. Гражданская война. В 19-м году дедушка, написано, умер от рака. В военном госпитале в Иркутске. В 19-м году. Странная какая-то дата. Где это Урал и где это Пермь. То есть не Пермь, а Иркутск. Было очень сложно. А бабушка в 20-м году умерла якобы от тифа. В нашем доме почти ничего не говорили. Папа не говорит, я не знаю, я был маленьким. Или какие-то, папа у меня фантазер большой, как и я, и как дедушка мой, как вы уже поняли, да, немножко театральный такой вот человек, и поэтому он очень любил так и приукрасить что-то. Поэтому сейчас мне приходится разгребать фантазии, отделять, где фантазия, где его желание, где его представление, где его поменявшееся детское воспоминания, которые из отрывков, рассказов каких-то, да, и я, это очень сложно, потому что столько легенд, которые вот даже вот писала книгу, я такие легенды разгребала, что даже ехать некуда. И какой-то то у него дедушка был профессором в какой-то военном академии или военном учебном заведении, где номинально он был генералом, потом он почему-то был юристом, в общем, я начинала искать Покровского. Потом это, оказывается, бабушка была его дочерью. Ну, в общем, я перерыв начала искать с того, что я полезла в архивы просто по списку искать Субботиных по фамилии бабушки вместо Покровских. Потом Покровских и такое количество, кто он был, какой он генерал, где он генерал, почему он там генерал, непонятно ничего. В конечном итоге оказалось, что просто Константин Дормидонтович, о котором я написала книгу, там, помимо того, что он был астрономом, он работал в военных, преподавал в военных в геодезии, в институте геодезии, где военные были, как бы считалось, они в форме ходили, и были военные звания. И поэтому его положение, его на тот момент, оно было равноценно генеральскому званию. Да? Так оказывается, что напрямую ко мне это не имело никакого отношения, тем более к бабушке. И вот вам так развеялась вот эта легенда. Причем это уже совсем-совсем в конце выяснилось. Только по маленькой фотографии, случайно попавшей ко мне, где была надпись в Пулково, где он сидел, что и он сидит в форме. И вдруг до меня дошло, и там надписью его сына было написано, что Луначарский приезжал и геодезия, вот в чем дело. И я обратилась уже к специалистам, они говорят, да, они шли как военные. И это приравнивалось, и я табель о рангов еще нашла, в общем, это приравнивалось вообще генеральскому званию.
Вот такие интересные легенды. С чего я начала? Я, конечно, послушав старших товарищей, вообще сначала все под себя погребала, всех Покровских. Всех у меня гигабайты там, всех Покровских, каких встречала, всех я туда собирала. Выяснилось, что Покровский — это все-таки церковная фамилия, а не польская. Вот. Любимая вот ошибка. Да. Разница Покрова, да? Покрова, Богородица. Да, конечно. Это, и теперь я спокойно так определяю, по большому счету, что где семинарские фамилии, да, где духовенство. Потому что уже навык есть, сейчас еще начиталось очень много списков и все прочее. И история их, как они давали эти фамилии, она очень интересна, потому что было время, вы все знаете, что ну, хотелось же подняться духовенству повыше, себя чувствовать, и выбирали либо очень вычурные, красивые такие фамилии, либо это были вот названия праздников или церквей и так далее. Более того, потом там уже кто во что гораст пошел, как я поняла, и начали детей уже в одной семье разными фамилиями. Вот мы столкнулись, я нашла в процессе поиска Сергея, это мой пятиюродный брат, тоже из веток Покровских, но только не наша ветка, а параллельная, там тоже Покровский, но мы соединяемся, ну, пятиюродный мы сегодня высчитали с ним. И оказалось, что тоже занимается родословной, но они очень-очень с сыном подробненько занимаются, они, у них есть возможность доступа и к метрическим, и к кривицким там вещам, как я правильно, Сережа говорит, да? Вот, и когда он мне прислал свои схемы, все, я еще до них не добралась, потому что я все занята была в ширину, а они так в глубину, глубину, глубину. И, в общем, я говорю, мне такое прям раз тебе, еще твои Покровские, пожалуйста. Я всегда очень радуюсь, когда у меня находятся такие вот родственники, а их нашлось очень много, даже в Америке и по разным линиям. Вот, и поэтому я очень счастлива, что ты здесь, Сережа, очень счастлива увидеться. А, извините, а где вы встретились? Как вы... Мы? Да. Мы встретились на Фейсбуке через Верочку Ковалеву, которая его юродная сестра. Я там где-то что-то брякнула про Покровских, и она сказала, а я вот там, вот там, Сережа, знаете? Сережа, я не знаю, Сережа. Таким образом мы списались, мы обрушили друг на друга поток, и наши почты не выдерживали поток документов, которые сначала взахлёб вот так вот, а теперь надо сидеть и разбираться с этим. Вот. Но я много узнала, но я уже знала что-то о той линии, благодаря вот помощи вашим исследователям, которые мне просто безвозмездно вот так помогали здесь. Марина Гелиевна, Татьяна Львовна помогала, Успенские помогали, что они мне... Все, что у меня есть по Нижнему Новгороду, это благодаря им, потому что я до архива здесь еще не добралась даже заочно. Поэтому для меня особенно приезд сюда такой какой-то, благодарственный такой приезд. И, по-моему, ваши же, вот у Грациановых, да, там у вас у детей три или четыре фамилии, да, Сережа? Нет, две. Грациановы, сначала были Грациановы, потом они почему-то стали Покровскими. Почему? Причем и в детстве уже. Я посмотрела, что уже в детстве они писались как Покровские. Потом там были Архангеловы, по-моему, если я не ошибаюсь. И еще кто-то там был у вас. Ну, я сейчас не буду в тонкости вдаваться, но факт тот, что когда я сделаю список отдельно фамилий, которые идут родные братья совсем с разными фамилиями, и доказать, и вы вот это сложности поиска, когда вот эта вот чехарда с фамилиями идет. Ну, мне моя фамилия нравится. В эфире я даже на книге там взяла уже и так и схулиганила, вот так поставила Покровская, Савина Покровская. Ну, нравится мне эта фамилия, я хотела бы ее вернуть, но уже это технически очень сложно делать сейчас и ни к чему уже. И вот, собственно, так, зная папина, вот то, что ничего, это табу какой-то, и какие-то намеки на какие-то дворянства, и намеки на каких-то генералов, то есть, ну, конечно, у ребенка там это было все, и какая-то тетя, которая болела и умерла, в честь которой меня назвали Лёля, там, все. Вот это вот какие-то витали вот такие в доме, все. Но в основном ничего. По маминому роду я что-то знала, а по папиному
Ничего. И вот теперь я знаю почему. Не только потому, что он сирота был, а потому, что взрослые поменяли и отчество его отца. И взрослые, оберегая ребенка, он оказался сыном юрисконсульта у Колчака, в правительстве Колчака. Так что вот вам Иркутск, вот он 19-й год. И я очень сомневаюсь, что он умер от рака за один месяц, когда у меня последний документ в нормальном состоянии его, 25 октября 2019 года. Да? Когда уж он как раз, я думаю, что там, я когда прочитала дневники другого юрисконсульта, который его же там товарища по его службе, что там творилось, я думаю, что там просто вот найти концов расстрел, не расстрел, а может быть и без следствия, что там творилось в этот момент. Погиб он. Папа воспитывался у тетушки и дядюшки, и муж бабушкиной сестры Пашихин, Павел Александрович, горный инженер, управитель верхнетурских заводов, он работал в РКИ, в НКРКИ, то есть рабоче-крестьянская инспекция вот в Москве. Я низко кланяюсь ему, этому человеку, я отдельно о нем буду писать, потому что если бы не он, не было бы меня, не было бы жизни папы. Он сохранил этих детей. Сохранил детей, которые должны, по идее, уничтожить. Вот. Вот так вот я написала в Уфу. Мне какую-то справочку прислали. И оказалось, что в 15-м году единственный Николай у них родился в Уфе, который Покровский. Ну, вы понимаете, это везение сразу. Такая распространенная фамилия, там у этих Покровских как кур нерезных было. И тут, пожалуйста, один единственный Николай Николаевич, ну это я точно знала, что он Николай Николаевич. Я даже не знала, что есть старый стиль, новый стиль, но как его применить в родословной, я не знала. И я как по паспорту одно, а тут другое. Мне опять мозги промывать на форумах, значит. Вот так вот я и училась. И потом я написала письмо в пароходство, где я знала, где папа работал, они не дают документы, надо ехать, это все сложно очень ехать туда. Нашла о нем статью, вдруг всплывает статья о папе, я эту журналистку год искала, у вас должны сохраниться копии из личного дела, она мне прислала копии из личного дела. И вот там такая путаница, там мой дедушка не Николай Дармидонтович, а Николай Дмитриевич. Где-то на Урае родился. Это Урал, вот тут, понимаете? Бабушка где-то на Урале. Что-то по... Дедушка где-то 60-го года рождения, когда он 73-го года рождения. А бабушка где-то там вообще непонятно где. Тут я никак не могла понять, она что, в 50 лет рожала папу, еще чего-то. То есть, ну вот совсем перепутаны все сведения. Так что мне та надежда, которую я питала, она не оправдалась этим документом. Хотя, там написано было... Ильинский. Папа мечтал быть в Ильинском и в Иркутске найти захоронение отца своего. Ильинский, а эти Ильинские опять как курнерезанных везде, они все везде и вокруг. Я вокруг Уфы искала, а это, оказывается, Пермский край. И вот так начинался путь познания. Но в наших поисковых моментах, знаете, очень много, как я говорю, магических каких-то вещей. И у меня есть даже глава, что наши предки хотят, чтобы их тоже хотят, чтобы их нашли. И вам это наверняка знакомо. А мне еще как расстановщику, я поняла, что я как делаю, когда я в затык подошла к какому-то, вот дед никак не открывался, Николай Дармидонтович, я просто ставлю его образ, у меня не было фотографий, ставлю образ, с огромным уважением поклонилась. Я говорю, дедунечка, помощники у меня были, они сразу спиной ко мне повернулись, то есть не пускают к себе. Я говорю, дедуленька, пожалуйста, откройся, я очень хочу узнать о твоей жизни, пожалуйста. И вот я кланялась там, причем на полном искренне, абсолютно серьезно, я к этому серьезно отношусь. И думаю, прошла неделя, ничего не происходит, никаких находок у меня нет, ничего я не могу найти. Я вдруг подхожу к подъезду и на что-то наступаю. Такая медная пляшечка странная, наверное, это какая-то монетка была где-то при церквях. И здесь иконка. Никогда ничего не поднимаю снизу, поднимаю, и у меня как в жар бросило. Я почему-то подумала, что это
Вот как дедушка мне это вот говорит что-то. И посыпалось. Я иду, первый раз иду в архив. Я не знаю, как там работать в ГАРФ. Иду, беру, единственное, что меня надоумили, Татьяна Львова меня надоумила взять фонд Колчака. Первое, что я открываю страницу, список, и в нем мой дед. А дальше личное дело и мой дед. И пошло, и поехало. То есть я с этим, этот фонд вообще весь вот проштудировала вот так вот, и формулярный список-то. Конечно, они все несколько убогие, потому что это военное время, часто без имени, отчества. Но тем не менее, основные знания, и там я уже узнала, и почему-то, что бабушка оставалась в Субботе, я дворянка. И там я узнала, что была дочь Лёля, и узнала, что свидетель при рождении восприемник Елена Рязанцева, совсем не невеста старшего брата, а она девица, и она, оказывается, старшая сестра. Это просто по первому мужу у нее, отца бабушки, она Рязанцева и потомственная дворянка. И вот так вот все сложилось. Мне помогали очень старшие, конечно, товарищи, и был у меня помощник, который мне помогал. Он меня научил, знаете что? Он говорит, задавайте вопросы. Сами себе задавайте вопросы, как искать. Вот сядьте сейчас и напишите мне все, что вы знаете, и вот так стрелками друг к другу вот так вот проведите, кто, чего, как взаимосвязан. И вопросы, каким образом из Уфы дед попал туда? Каким образом молодая семья, то есть семья с маленьким ребенком, бабушка вдруг оказалась в Перми во времена гражданской войны из Уфы, то есть это транспорт и так далее. То есть, значит, я влезла в историю эту. Каким образом вот это? Почему, как папа попал потом в Москву? И вот когда я теперь по этому принципу всегда ищу, я сначала задаю вопросы, все, что мне не ясно. И ты начинаешь и выстраивается, вот кто, и это по сути план поиска получается. Я очень благодарна знающим людям, опытным людям. Я не считаю себя опытным человеком, я довольно в узком направлении работала, но вот так вот велся поиск. Ну а дальше больше, дальше посыпались всякие интересные вещи. И вот если говорить опять, я много уделяю этому внимания, о родовых каких-то моментах взаимосвязи. Вот портрет бабушки. В детстве я все время любила баловаться словом «дормидонт». Откуда я его откопала, я не знаю. Но я в детстве так же «дормидонт», вот так сходила, все, кокетничала, да? И когда я увидела это имя, своё родословное «дормидонт», и опять жар прошел, это как вот первое свидетельство такое по соматике, что ты попала куда-то в точку. Где, в какой-то памяти, где это хранится у нас там? Эти связи, они есть всегда. Я обожала сказы Бажова, и оказалось, что и всегда меня тянуло Нижний Новгород и Пермь. Города, которые для меня были покрыты тайной, которые страшно меня интересовали. Объяснить логически я это не могла. И это два корневых место, откуда идут мои корни, да? Вот, вот таким вот, так вот, собственно, поиск и происходил. Каким уж чутьем старшие товарищи определили, что это мои, я не знаю, но факт, что теперь мне Бибиков все время говорит, я говорил, и это оказалось моей. И много материалов было собрано вот так вот благодаря старшим наставникам. Что еще, пожалуйста, следующее. Вот книга, собственно, посвящена Константину Дормидонтовичу. Вот его даты жизни, уже абсолютно уточненные. Даты его гибели никто не знал. Во всех источниках были абсолютно разные, потому что было вычеркнуто его имя отовсюду. И даже в архивах практически было невозможно найти что-либо о нем. Именно об этом человеке, и хорошо, что он первый попал, пойдет речь. Дальше следующий. Ну, здесь, видите, немножко мелко. Это только маленькие-маленькие кусочки конкретно его линии, куда вот я добралась, там вот где-то мы там на пятом поколении, связано с Сергеем. Вот, это его родство прямое. Здесь братьев нет.
таким вот образом. Я нашла его предков, информацию о его, то есть о его, не предках, а потомках. И оказалось, что одна только линия осталась для меня неузнанная. Я не знаю, смогу ли я что-то найти. Может быть, там были какие-то потомки. Но оказалось, что эта ветка закрылась. У него не осталось последователей после его детей. Кто-то погиб, погибли дети где-то. В общем, закрылась эта ветка. Для меня тоже это загадка, потому что в нашем роду очень многие ветки закрываются по моим исследованиям. С чем это связано, какой это философский такой момент, и не знаю. Может быть, старые роды, закрываются роды. Я нашла примерно, вот род Покровских, он напрямую связан с Нижегородской землей, Арзамасский уезд, то есть везде, куда бы я здесь ни сунула, здесь вот везде, так и с теми фамилиями или с этими фамилиями, но связанные с Покровскими, это духовенство. Вероятнее всего, что они пришли из крестьянства, мне так кажется, я туда еще не докопалась, но я думаю, что оттуда идущие вещи. В принципе, не богатое духовенство. И видно было, как из поколения в поколение они поднимаются все рангом выше. Выше были и дички, и регенты, и диаконы, и священники были. Вплоть до того, что... Пожалуйста, открой следующий, четвертый. Вот. До того, что... промелькнуло в некрологии, что он в каком-то родстве с епископом Арзамасским, схимником Иеремией. Я нашла его родню в Прибалтике, Соловьёвых, но тоже пока мы не можем найти мостика, где мы соединяемся. Мы пока поклялись друг другу, что мы будем искать, но пока вот это не получается. Но это официально сказано, написано, печатано, то есть, значит, в епархии должны были знать, что где-то это и есть родство. Более того, моего прадеда очень связывали большие такие дружеские отношения даже, и как наставник был ему и Иеремия, и на его формирование, его как личности сложились эти беседы. Прадед Дормидонт Васильевич Покровский издавал его какие-то труды, и редактировал, издавал его труды. У них было очень много бесед духовных таких вместе, поэтому вот под таким влиянием оказался мой прадед, и я думаю, что где-то это передалось, наверное, дальше и детям, и внукам. Вот. А уже от Сергея я узнала, что там по свойству, где-то через браки, была родственная связь вот с патриархом Сергием, с судьбой, ну, очень сложно судить, я всегда боюсь судить черное-белое. Это советские времена, и вы понимаете, я читала очень много как отрицательных, что вот такой, сякой, розетки, а с другой стороны, священники и духовенство пишут, а он спас церковь во времена. Поэтому, понимаете, вот еще вот этот очень аспект очень важен. Не черное-белое, всегда есть светотени, как и в характере человека, как и в поведении его. Никогда нельзя вот так вот судить, даже если есть факт какой-то отрицательный, надо смотреть со всех сторон. Вот такое интересное, это меня вдохновило, и когда я вот внуку сестры показала, он так, ого, я вот так, учись. Давай дальше. Вот. Лена Николаевна, на секундочку, я пользуюсь случаем, всех хочу пригласить в город Арзамас, музей патриаршества. Там работает мой сын, поэтому если вы хотите узнать что-то конкретное и о всех патриархах, минус получим. Он все расскажет очень здорово. Да, все прекрасно. Пятое фото. А музей помогал делать только Владимир. Не, вернусь. Они не повторяются, вот у нас музей. Нет, абсолютно. Это шикарнейший просто музей. Надо, может быть, действительно собраться и поехать. Там у всех патриархов вещи и вообще все рассказано. Так а что же не поехали? Извиняемся. И вот, собственно, мой прадедушка, который здесь жил на Звездинке, дом 13, протоиерей и Покровский, но
его отец Стужин. И я тоже не знаю, Стужин ли он, не искусственно ли это какая-то фамилия. Потому что самая ранняя фамилия, которая у нас мелькает, это Дроздов. Все правильно, так нормально. Да. И вот понимаете, и опять мы не знаем Дроздов это тоже. Это свойственно было для духоместства и птичьи такие фамилии тоже. Поэтому здесь докопаться. 45-го года спокойно. Да. Все с разными фамилиями. Абсолютно разные фамилии. Ну, благодаря, так сказать, я уже верю опытным товарищам, которые мне сказали, да, это оно. Не переживайте. Вот. И я абсолютно четко знаю, что вот у него брат. Дмитрий Покровский, тоже известный священник в Нижнем Новгороде. И там уже пошли ветки, есть и Стужины, и Покровские, и Озеровы, и Туманские, и кого там только не было. Не Туманские, а Тумановские. Туманские у нас. Туманские? Не буду, сейчас, вы знаете, сейчас столько фамилий мелькает, что я конкретно не занималась, я боюсь, надо поискать. В общем, много там всего. И сразу хочу сказать, ну, я не искала специально про дедушку какую-то, ну, с архивом я с вашим только вот через ваших след не связана. Я пошла искать личные дела студентов в московский ЦИАМ, и я нашла, а там учился Константин, там учился Николай Покровский, то есть его сыновья. И я там откопала прекрасный источник, вот это вот учебные, там и фотографии, и все. И у него послужные списки. По сути, о Дормитонте я знаю по этим послужным спискам. Я копии сняла для себя. И я не знаю, чем награждался, где работал, где служил и где родился. С рождением тут сложно. Они сразу приехали в ЯС из Котовки. А это, видимо, в момент рождения его происходило, поэтому в одних источниках это Котовка, в других это Яс. Ну, часто там путаница такая небольшая была, неточности писали со слов. Вот. И семья, в принципе, была очень, очень бедная. У него интересный характер был. В некрологии о нем говорят, как об отце-утешителе. Его так и звали, отец-утешитель. Он все время служил в каких-то богадельнях. То в Мининской богадельне, вот нет уже этой церкви. То он служил все время при кладбищенских каких-то церквях. Но они не богатые церкви были. И к нему шел народ вот все время со своими бедами. Представляете, вот нести этот груз все время психологически, то есть он должен быть хорошим психологом. Он такой доброты должен быть человеком. И когда я читаю его послужной список, я вдруг вижу, что он все время работал безвозмездно, как они пишут, с сиротами и какими-то строительствами этих приютов руководил. Он постоянно был где-то вот с детьми. У него самого только живых 9 детей, да, было там некоторые, я нашла, что не выжили. И вот он всех выучил, он всех устроил в жизни, и он все, в принципе, были достойными людьми. Они все разных характеров, абсолютно, это я узнала из книги Александровича, одного из его сыновей. Но он поднял их, они ушли, кто-то пошел и по линии духовенства, но в основном, конечно, это было время, когда уходили в светские специальности все. Что я о Дормитонте хотела сказать? Вот о его характере, что мне, как, ну, что, чем он меня взял? Чем он, вот, мало ничего там сказали, да, в официальной какой-то речи. Мне было интересно, что за человек. И вдруг мне, опять же, мои старшие товарищи присылают в людях. К отцу Дормитонту, к которому Алеша пешка входил и боялся идти на исповедь, это и есть мой праздник. Ну, конечно, я с особым вниманием читала эту исповедь. Вы знаете, я так смеялась, потому что я так представила. В этом плане Горький хорошо описал вот этот уставший человек, которому все давно понятно про всех этих подростков, особенно детей. И он уже так говорит, ну грешен, говори, грешен. А я вот грешен, говори, значит, все. Единственное, что его встревожило, ты книжек не читал нехороших там никаких? Каких? А, ну ладно, грешен, говори, хорошо, не читай.
Но там интересный момент. Что такое происходило, какое влияние происходило на подростка, человек, который безумно боялся этого ребенка, боялся этой исповеди, он уже в дверях стоял, можно сказать, и вдруг его как прорвало. Уже закончилась эта исповедь практически, а его как прорвало. А еще я свечи воровал, и там он, наверное, кушать хотел. Нет! Мне говорит, я хочу-то проиграю в какую-нибудь там чеканку, а надо было отвезти, я эти свечи, значит, продам, потом принесу там своим родным. Ты, наверное, там что? Он все время пытается оправдание найти этому ребенку. Так это вот незримо, это вот читается это между строк и в строках, и потом уже, а в конце, а я? Я лично был виноват еще перед отцом Термидонтом, значит, я развернулся и кричу, а еще я вашу собаку как камнями кидал, а еще я вашу какую-то там беседку, которую с дощечек делал, все время ломал, он там трещали, они им нравились. И там я вижу описание, как отец Термидон пытался устроить вот этот вот гнилой ров какой-то, хоть как-то благоустроить, что что-то он там сажал, что-то он там пытался какие-то... деревья посадить, какую-то красил зеленой какой-то краской. Вы понимаете, вот эти уже детали, они настолько близки и родны стали. Я совсем по-другому увидела, чем просто перечень его службы. И еще один момент, который меня просто потряс, воспоминания о нем, я не буду уже в именах так путаться, писали о нем. Был голод, было, в общем, бедствие было в Сербии, в Черногории. И призвали благотворительность, одежды. Даже если были деньги, не на что было людям купить одежды. И не несут. Новгород страдает. А что ж такое? Никак не соберут даже того, что надо. И вдруг у него бесхитростные были проповеди. И он говорит, ну надо же помочь. Может быть, вы не знаете как? Не знаете чем? И в конце своей проповеди он снимает сутану, он снимает все, что у него есть, облачение, и кладет на этот поднос жертвенный. Через 2 дня 48 пудов было собрано одежды и отправлено вот в эти были через Красные Кресты какие-то там, в общем, ну, через эти организации были отправлены туда. Это о многом говорит. Я что о себе поняла, что потому что мне так, да, теперь знаем, откуда это все идет, когда можно снять. Это не в плане похвалы себе, я говорю о связях вот этих внутренних. И еще потрясающая история с ним была о фотографиях. Мы переписывались с Марией Гиреевной Ивановой, с низким поклоном тоже ей, много она мне дала. И она говорит, а у вас фотография есть про это? Я говорю, да откуда? Я его существование даже не знала. Откуда фотография? Пока мы вот буквально, мы с ней говорили, она мне на следующий день говорит, я тут зашла в епархиальный музей, им только что отец Тихон в антикварной лавке купил фотографию, а там личная печать Покровского, Дармидонта Васильевича. Вы понимаете, то есть вот, как это еще назвать? Ну, они хотят, чтобы их нашли. Я хочу видеть его лицо, и вот я его увидела. И очень интересно, я всегда говорю, мне говорят, как ты можешь определить? Я говорю, не знаю как. Я увидела фотографию, и я увидела не лицо, я увидела руки. Вот эту руку. Это папина рука, и это рука моя. Вот что-то в пластике, в форме руки. Мне не надо никаких генетических экспертиз, я точно знаю, что это мой прадед. И самое интересное, что связь настолько оказалась сильной, даже не с дедушкой, а именно с ним. У меня такое внутри поднялось что-то, что мне когда плохо сейчас, у меня первым делом встает перед глазах прадед. Я как маленькая забираюсь куда-то туда, под сутану к нему, под мышку, как папе под китель забиралась, да? И дедуленька, я ему жалуюсь, мне 70 лет, а я ему жалуюсь, понимаете, до сих пор. Вот настолько это сильно меня потрясло, вот так вот проявилась связь именно с ним, с этим человеком. И я увидела, что в характере очень много похожего с каких-то, в каких-то поступках, в каких-то рассуждениях с ним. Вот, собственно, о нем не могла я не сказать вам поподробнее. Мы никак не дойдем до Константина Дармидонтовича. Теперь еще отчий дом, собственно, их, об их семье. Это важно, как формировался этот человек, Константин Дармидонтович.
Я знаю более-менее жизнь двоих братьев. Это сейчас дедушки моего, которого Николай Дермитонович, он младший был брат. И еще более младшего Александрович, Александр Дмитриевич. Он пишется, это псевдоним его сценический. На самом деле он Покровский Александр Дермитонович. Ну, сцена, наверное, Покровский в те времена это как-то звучало бы не так. Ну, мало ли какие моменты были. И тоже стала ко мне сходиться эта информация, и вдруг опять магическая история. Я увидела, что он написал книгу мемуаров «Записки певца» Александровича. Я искать эту книгу, нигде нет, и она в России не издавалась, она издавалась в Америке. И не переиздавалась никогда ничего, и небольшим экземпляром. Я пишу букинистам, вроде было нету, и вдруг я совсем случайно. Уже бессонница нажала кнопку в магазине, эта книга, в мистическом в Германии. Я туда скорее, давайте мне вот книгу эту. Вот. Они говорят, вы знаете, уже этот Григорюк там где-то из Сибири, он уже ее, значит, себе заказал. Понятно, да, и уже все поклоны, все кресты. Пожалуйста, я же родная, я вам экземпляр отсканирую, я вам пришлю, только, пожалуйста, уступите мне эту книгу. И вот этот вот продавец, да уговорили мы того любителя, я действительно выполнила все свои обязательства, и вот этот продавец нашел ее, оказывается, в Австралии. Сейчас тенденция нехорошая идет, закрывают библиотеки книжные, и книги выбрасываются, а они знали, что он русскоязычный и русскую литературу. Его просто позвали. Библиотекари не выдержали такого кошмара, даже там не позвали. И он подобрал там, вот буквально вот в этой помойке, подобрал эту книгу. А тут я. И он приехал из Австралии, приехал ко мне, мы встречались с ним в Москве. И у меня это, то есть это три континента прошла эта книга, чтобы попасть ко мне, вы понимаете, к внучке. Ну, тоже двоюродный дедушка получается. Вот, попасть к внучке. И я читаю, я жадно читаю эти мемуары, и вот там я наконец узнала то по своему запросу, что я хочу, как о людях они. Там очень отдельная книга будет по Александровичу, очень интересная книга. Он чуть-чуть кусочек домашнего отчего дома. И он описывает своих братьев. Так я узнаю, что Владимир, который рядом с дедушкой был помощником его частным поверенным, это его самый старший брат. А потом я узнаю о том, что завещание Константин писал на старшего брата Владимира. Судя по всему, наверное, у него не было семьи, потому что он везде пишется, что он живет при родителях. Да, где-то до определенного времени. И он появляется там, в жизни братьев, где трудно, где погибает жена у Константина, где 17-й год, тяжелый год, там сложности у младшего брата, и он появляется рядом. И я единственное, что я о нем узнала, мне еще предстоит исследовать, что он преподавал здесь, в речном училище в одно время. Вот может быть таким путем я узнаю что-то о Владимире. Но образ Владимира очень... Вот очень серьезно, у него, я говорю, как в сказках у нас старшие были умные детины, и Константин, и Владимир. Дальше средний так и сяк, как мой дедушка, да не в обиду будет им сказано, я имею в виду по характеру, вот это вот уже театральность идет. Вот. И младшие, да, они уже подхалтуривали, там Михаил, он все равно выучились, конечно, но он уже то у него не в растяне, там Константин за него просит все время. Как по сказке, прямо вот три разряда по И это тоже дает какое-то, вот, не знаю, умиление, какое-то такое понимание себя, что все характеры были, все пивуны были. Рассказывает, как много было музыки в доме. Вот несмотря на то, что он священник был, музыки было очень много. Владимир обычно вел, вот Александрович пишет, младший брат, что Владимир мне в глубину духовности это рассказывал при службах в церкви. Константин уже тогда аналитик был, он точно показывал, почему из этих вот ворот выходят в церкви, почему так выстраивается, почему сяк выстраивается. На заре водил зорьку смотреть вот на, по весне, как солнышко играет. И говорит, это же надо было видеть. И это уже видел. В человеке было это заложено, он стал большим ученым, астрономом и так далее, он чем младшим. А Николай мой, дедушка непосредственно,
Он, говорит, у нас был, ах, барышни его любили, голос у него был баритон. Да, понимаете, я узнаю такие вещи о дедушке. Он приносил все в дом, начиная от арии и кончая шансонетка, трали-вали, как это вот в доме священника, ну, в принципе, не было, вот, наверное, вот такого консерватизма какого-то. Они жили светской своей жизнью. И он певал там, и певун был, и красавец, и так далее, и так далее. Пожалуйста, следующее мне. Вот эта фотография, старая фотография, конечно, может, не их дом, но вот этого рва на Звездинке, который вот так, вот так, вот такие дома там были вокруг примерно, вот что-то вот подобное там было. И вот про этот Горький писал, про эти пруды вонючие, которые пытались как-то, отец Дормидон пытался как-то благоустроить. Вот, дальше следующее. Седьмое. Вот они, два брата. Вот это мой дедушка. Фотография до 96-го года. Совсем молоденькие они, только поступили в университет. Это Александрович, младший брат, в 79-м году он родился. Это вот Александр, ну, собственно, Александр Дормидонтович или Александр Дмитриевич. И приходится мне сейчас поискать как Александровича по нему информацию. Это за границей искать приходится, тоже очень-очень непросто все это. Вот такие были братья. Варвара была учительницей математики, такие с точными науками, тоже одна из дочерей. Одна из дочерей стала Ефимовой, одна грузинцевой. Вот хочу очень найти, может быть, у них есть какие-то, но пока не касался непосредственно. Но Грузинцева у нас работает в центре юношеского туризма. Я бы пыталась туда залезть, но там никаких не нашла, куда написать. Ну, я знаю человека, с которым можно вас свести. Очень хорошо было бы. Он мне в контакте есть. О, ну, я буду признательна, если вы мне чирикните, мой адрес все знают, потому что я рассылаю видео и все это. И ВКонтакте тоже есть. Следующую, девятую, пожалуйста. Вот так вот я узнала о жизни их в доме. То есть этот дом жил полноценной такой жизнью. И кто уж прививал эту красоту, я не знаю. Но у Дормидонта был великолепный голос. Он в архиерейском, после семинарии, в архиерейском хоре пел. В семинарии в те времена было очень трудно учиться. Суровые такие условия были. Но тем не менее, видите, выучился человек. И вот Константин, это самая первая фотография, которая ко мне попала, это ему 18 лет. Это вот он как раз закончил гимназию. С этой фотографией он приехал в университет. Тогда не сдавали экзамены, тогда можно было просто подать прошение, и тебя зачисляли, а потом по мере твоего успехов тебя либо давали, оставляли. Вот его аттестат зрелости. Здесь маленький такой момент тоже в аттестате зрелости у меня нашелся. Что он был, все написано там, все, там все отлично, ни одной четверочки нет, все отлично. Любознателен ко всем предметам, весьма хорошая любознательность. Вот если о дедушке написали так, болезненный, почему-то он в Казани заканчивал гимназию, не знаю, кто там был из родни, почему-то там, тоже надо выяснять еще будет, где он там жил, что и болезненный часто, он прилежен, послушен, но особой страсти к учебе не питает. Вот какие разные они, да? И так оказалось, что мой дедушка потом прошел Московский университет, Новороссийский университет, то есть Одесский, да? И потом уже только в Демидовском лицее он получил это образование. Что заставляло? То ли бедность, потому что прошения были все время о материальном положении из полиции, и жандармерии туда прислать справки. То ли что там происходило, но факт то, что семестр полтора, и он вдруг срочно перебирается в какое-то другое заведение. А потом опять срочно потом там умудрился уже жениться, вот я еще в Ярославле как раз, и родить, и обдавить уже успел там. Ну, в общем, вот так вот путешествовал. Потом Михаил уже был на шее у Константина в Юрьеве, в ветеринарном институте. И тоже бедный Константин, помимо своих забот и хлопот домашних и всего прочего, он еще и брата тянул, и все время прошения. Ему все время там жалобы, я лично читала этого Михаила, жалобы, прошения, что оставьте еще, ну давайте еще попробуем. В конце концов, заключение врача, что страдающий неврастенией учиться он не может.
Как он потом, не знаю, он ли не он тоже преподавал в училище, наверное, достаточно было уже образования такого, гимназии, еще чего-то. Ну, в общем, факт тот, что с Михаилом тоже еще предстоит разбираться. Вот такие вот интересные моменты жизненные. Я очень рада, что они нашлись, потому что их очень трудно отыскать, такие тонкости. И Константин поступает, следующий, пожалуйста, девятый, в Московский университет, Императорский Московский университет, старое здание, вот в этом здании он был. И вот как характер опять проявляется. Он берет учительскую стипендию. Что это значит? Учительская стипендия, значит, он должен был 3 года, ну, как раньше у нас в советские времена, отработать, но нам стипендии не платили за это, просто распределение, он должен был отработать учителем непосредственно где-то. И он преподает потом там в училищах и в школе, и параллельно ведет научную работу. Блестяще учится, он уже ведет научную работу, будучи студентом, его замечает Бредихин, известная фамилия в науке, из лаборатории Пулково, и к себе вызывает там на какие-то типа командировок, на практику какую-то. Вот это следующее, его фотография уже к концу. Видите, как повзрослел, да, вот фотографии, это редкие фотографии, этого нигде нет, это только вот у меня в книге есть, потому что в архив никто туда не залезал. Параллельно, заканчивая уже работы, учась еще и закончив университет, он работает в обсерватории Шваба на Кузнецком мосту. К сожалению, сейчас здание осталось, но уже самой обсерватории не осталось. Он заведует общедоступной частью, куда он ведет экскурсии. Я читала воспоминания, что он великолепный, блестящий был лектор. И студенты его пишут. Потрясающий лектор он был. Он настолько разносторонний был, что он назовет какой-то, он математик же был, он как назовет какую-то цифру, а потом говорит, что в этом году было? 1600 там какой-то та-та-та-та. Студенты сидят. А он, а в 1600 в таком-то году? И начинает и по истории, и по искусству. То есть он настолько очень любил молодежь. Очень любил, поддерживал молодежь. И это вообще редкость, когда уже сам какое-то есть положение. Вот так вот блестящий лектор был. Он просветитель был огромный. Уже в 2012 году он организует до сих пор существующий журнал «Природа». И на 34-й год там было 73 статьи его в этом журнале. Он огромную работу придавал именно просветительству. То есть человек науки был. Ну, за это и пострадал еще во многом. Следующий, пожалуйста. Ну, вот, 11-й. И в 23 года, вот буквально совсем-совсем-совсем-совсем, это 94-й год, он там в 23-25 лет, он получает мировую известность. Первые его научные труды получают мировую известность. Это путеводитель по небу. До сих пор не надо... До сих пор пользуются его труды вниманием большим. Мы были здесь в обсерватории, где он ассистентом в Москве был, нам специальную экскурсию сделали персонально. И нам говорят, да, мы знаем его труды. Вот астрономы знают его труды, несмотря на то, что это все вычеркнуто было. И это была уникальная работа, она выдержала 4 издания, и 3 издания были за границей, еще уже при советском времени. И она получает премию Петра I и Николая II. 500 рублей. По тем временам большие деньги. А дальше мне очень интересно. У него, когда я смотрела рождение детей его и как это вот его жизнь складывается, у него рождение детей всегда было как-то связано, такая закономерность, с каким-то либо открытием, либо с каким-то новой какой-то работой, большой, глобальной такой, значение мирового имело, либо с событием каким-то очень мощным, повышением там по должности. Я говорю, ну прям как подарок. Вот ребенок и здесь, ребенок и здесь. Его женой была следующая, Маряковская Юлия Николаевна. Они, одна единственная моя маленькая статья есть, но сейчас мне обещали дело еще в консерваторию ее найти. Удивительная женщина была. Всего фотографии вот такие. Это вообще прислали из Эстонии, из газеты какой-то старой. И как, ну, восстановить больше уже ничего невозможно было. Да? Но меня поразила поза ее здесь. Видимо, на концерте или после концерта. Это была женщина, одна, вернее, первая женщина-дирижер в стране, в России. Она училась с Рахманиновым, она училась у Танеева. Блестящий педагог, музыкант была и оказала огромное влияние на прибалтийскую культуру, на пианистка
виртуозная была. И прекрасная жена была. Вот у них родилось 4 ребенка, 3 девочки и мальчик. И он был счастлив в своей жизни с первой женой. В 94 году они поженились, как раз закончилась его учительская стипендия, и можно его направляют в Юрьев. Юрьев – это Тарту сегодня. 20 лет жизни, становления прошло, отдано этому университету, этой обсерватории. Он едет туда астроном-наблюдателем. Что такое астроном-наблюдатель? Мы посмотрели в этой вот обсерватории в Москве. Ледяной холод вот в этом колпаке там сидит. Это, там нельзя топить, потому что инструменты будут не так. И вот они ночью сидят по 12 часов в 10 этих тулупах. У них ассистент еще это, и вот в эту дырку вот смотрят туда. Это можно с ума сойти. Мы когда посмотрели, что это за адов труд, вы знаете, чем интересно побывать на местах? И вот где жили, и где работали. Посмотреть изнутри эту работу. Он же утром должен был идти, профессор, читать лекции. У него семья, все хлопоты на нем и так далее, да? И при этом он еще вдобавок... Пожалуйста, следующую. Так, 13-ю? А, она уже есть, 13-я, да? И 14-ю, открой мне, пожалуйста. Я нашла в личном деле его паспорт. Мы гадали, всем нашим СВРТ гадали, что там такое, я говорю, прописка что ли. Потом дошло, до Ирины Фещенко дошло. Ребят, это же его командировки. То есть здесь так близко все стоят. Это маленький листочек, таких, наверное, штук, наверное, там 4 этих паспортов, которые вот так вот все вот заляпаны вот этими подписями разными и налоговыми, видимо, пошлинами. Он должен был отметиться в жандармерии, когда он приезжал в командировку. Значит, он читал в Москве, он читал в Петербурге, он читал в одном институте, в другом институте, он ездил в Новгород, здесь было объединение астрономов, ассоциация этих астрономов. Он был, он читал в Одессе, он читал, то есть он все время был в разъездах, я так представила. Ну ладно, сейчас сел на самолет, сейчас сел в Стриж, сейчас сел в Ласточку, да, куда-то в Сапсан и приехал. А тогда, при этом он писал научные труды, сидел, смотрел, он практик еще был. Чем он интересен? Он не просто теоретик, он практик, он ученый, он просветитель. И великолепный организатор был. О нем воспоминания есть, когда там нужно было какое-то исследование полевое сделать. Бездорожье, 70 километров он умудрился тяжелейшую аппаратуру каким-то образом туда все это организовать и наблюдение сделать, полевые исследования. У меня это в голове не помещается, я тут подняться не могу до соседнего дома дойти. А у него, вот зачем нужно это исследовать, себя совсем по-другому чувствуешь. И вот это вся, испещены все его, дома никогда личного у них не было. Они всегда жили на каких-то служебных помещениях, и там вечно то дрова, то крысы, то еще что-то. И вот эти все личные дела его, они все исписаны прошениями, выделить то-то. Да, университет помогал, все-то, но это же все хлопоты были. 15-й, пожалуйста, Володя. Уже. Вот он, Михаил наш, вот он, который весь неврастенией страдал. Вот. Это совсем младший брат. Они какие, они вроде похожи все, и в то же время все разные очень. Не знаю, его судьбы дальше ничего не знаю, надо просто посмотреть. Единственный раз я в книге вот «Записки певца» видела, что он провожал брата своего где-то на поезде, и там кто-то что-то такое. Ну, в общем, там указано, что это брат Михаил провожал. Больше ничего не знаю. Следующее, 12-е. И я сказала, что очень интересна судьба его детей. Конечно, мне все это было интересно. И судьба детей чем интересны? Людмила. Это папа. Это папа номер 2. Человек, который в совершенстве владел 11 языками, не говоря о диалектах. Даже когда она эмигрировала в Америку после войны, она сначала в Германию, потом в Америку, она там изучала индейские диалекты. Человек с тяжелейшей судьбой. Первый муж ее был Фиолетов, профессор теософии. Они разошлись.
непонятно, мне абсолютно непонятно. У них умер ребенок от голода в 19 году. Второй профессор Круглевский, это правнук Пущина и Рылеева, тоже разошлись, уже детей не было у них, но как-то это все очень болезненно проходило. Я нашла ее, Латвия, русские в Латвии, помогли мне очень профессора Латвийского университета, прислали материалы, воспоминания его, ее любимого ученика Инфантьева. И, к сожалению, за 2 месяца до того, как я там появилась, он умер. Но его воспоминания столько много рассказали о ней, как о человеке. Она очень, вот видите, она там, нет, здесь нет этой фотографии. Она очень скромным была человеком, блестящим лектором была, с глубокими знаниями была, но очень набожная. И будучи в Латвии, она перешла, так называемые рижские девотки были, 3 их таких преподавательницы были, они разделили соборы между собой, и вот она там была, ходила в эти соборы, ну, по сути, это как монашки, она вела монашеский образ жизни. И настолько выполняла, что сами священники не выполняли там ксензы, установки «отдай там свой последний крупу». Она отдавала, она ела объедки на каких-то столах, но это надо было, вот ее духовная часть, отдать еще более страждущим. И в конечном итоге, когда арестовали уже отца, она просто поняла о том, что ей не жить. Ее здесь просто либо отправят в Сибирь, либо расстреляют. И она в 44-м году, когда шла, там страшно пугали и Красной армии и так далее, она уходит. Сначала в Германию, там преподает в университете, а потом она уезжает в Америку. Там я нахожу ее следы. И я нашла ее могилу. Вот она уже, видите, 64-й год, нашла ее могилу. И написано, что Людмила Круглевская, она оставила эту фамилию, она и списки учителей, сестра Людмилы. Видимо, она ушла в монашество. Ну, с этим местом я пока связаться не могла. И умерла она в 92-м году, то человек прожил почти 100 лет. Вот такая судьба непростая была. И к исповеди относилась очень серьезно. Следующий, пожалуйста. Вот. Следующая его дочь Лидия. Она недавно буквально нашлась ее родственница, но по второму браку ее мужа, то есть не по крови нашлась через гений, там вот этот вот сайт, свели нас там тоже. И я узнала, что она Мельникова была, и в 14 году, и она вышла замуж, нет, в 15 году она вышла замуж весной, и в 15 же году она умирает, видимо, во время родов. И у ней сын Николай, вот он справа. Вот его я хочу попытаться найти, но ничего не знаю. Ничего не знаю, потому что это семья, вот это муж Лидии, это вторая его семья. Ничего не известно о его судьбе. Может быть, там остались какие-то потомки. Может быть, у Лидии. То есть Лидия очень рано вышла замуж, и в то же время началась война. И поэтому там я немножко о Лидии потом расскажу. Значит, следующая фотография, 18-я. Нашла Штегман Елена, следующая дочка. Она в 16 лет уезжает в Пермь и потом в Уфу. Видимо, в Перми замуж вышла. За гораздо старше ее, на 33 или 34 года, органиста с известной фамилией Штегман. Тоже я нашла из этого рода Штегман, не знаю, наша ли ветка или нет, но они все органисты. И они оказывают огромное влияние на музыкальную культуру Урала. То есть были прекрасные преподаватели, вот он в центре, и вот со своей дочкой Ганочкой. А Ганочка служила в республиканской библиотеке, до сих пор ее вспоминают, как удивительно вот это с немецкой точностью она вот это все выполняла, как она наладила эту работу, картотеки и все прочее. Она уезжает во время войны на Дальний Восток, сражается там с японцами и так далее, имеет награды, возвращается, но у нее не было семьи, продолжения нет. Меня ждут документы в их музее искусства, училище искусства, но мне туда надо выбраться. Там люди не владеют компьютерами, мне придется каким-то образом туда ехать и переснимать Штегман документы. Так что еще книга будет расширяться. И следующее, 19-й. Владимир.
Спасибо Владимиру, единственный сын младший. Самая, наверное, тяжелая судьба у него была, потому что на нем отразились арест отца, гибель отца отразилась больше всего. Он был литературоведом, библиографом. Он бился за восстановление имени отца, бился за памятную доску в Перми, его везде отшивали, в общем, тяжко ему было, и умер он нищим, одиноким человеком, стариком в московской больнице, и благодаря работникам музея Пермского университета по его завещанию его прах отвезли в Эстонию и подхоронили рядом с матерью. Так вот, Юлия Николаевна умерла от рака в январе 2014 года. Сразу дети еще достаточно маленькие, то есть необходима мать была и так далее, и так далее. И в этот момент, это же идет в разговор об эвакуации университета в России куда-то дальше, на Покровского, на Константина Равдоновича обрушиваются колоссальные нагрузки. Трагедия страшная, но они очень хорошо жили с семьей. Он заказывает в Германии, в те времена еще как-то умудрились заказывать. Есть памятник на кладбище, тоже хотелось бы туда добраться, в котором до сих пор вводят экскурсии, как произведение искусства. Там ноты и марш Мендельсона траурный выбит. Деваться некуда, дети маленькие. И через год он женится на следующей, на Воробьевой, Апостоловой урожденной, Евгении Григорьевне, которая с сестрой там приезжает. Апостолов в Прибалтике много. Купеческая вдова. Это тоже ему повезло здорово. Ну, хоть в чем-то в жизни повезло у человека. Прекрасная была жена. Она стала матерью для детей. Она девчонок подняла до конца, там уже вот и замуж они выдали, там это поддерживала. И сына она маленький еще бы поддерживали. И здесь интересный документ был. Момент. Я нахожу следующую, 21-ю фотографию, подорожную в личном деле. И маленький, вот справа, вот там, вниз, вот наверху уголочек. Когда отправили Покровского узнавать, куда можно привезти университет Юрьевский, а это 600 тысяч только библиотека, экземпляров всяких редчайших книг, искать. Он поехал в Нижний Новгород. И вот эта подорожная, как раз, которая должна быть, он думал, что здесь они с Горьким списались, и вот вдруг примет Нижний Новгород этот университет. И тут маленькая надпись, почему я говорю внимательно читать. Там написано, кто с ними едет. Ну, там перечислено, что он всего 10 пудов может с собой взять груза, ну, при его-то работах, печатных и так далее, представляете, рукописи. И что такое столько человек, семья, и 10 пудов всего. Служанка одна у них там, прислуга. И вот они едут на этом Тарантае, значит, едут в Нижний Новгород, а там написано, что Лидия с ними. А я посмотрела, потом сопоставила, а она же беременна, глубоко беременная была в этот момент. Значит, муж, видимо, он военный, он был на войне, и опять она к отцу, и опять отцовы хлопоты. И где умерла Лидия, где родился Николай, для меня пока загадка, потому что они возвращались, все они с семьей, они возвращались, или один Константин в Прибалтику возвращался. Возможно, она умерла здесь, возможно, что здесь родился Николай. И прадед был жив, так что наверняка, может быть, и крестили здесь. Так что еще предстоит здесь с Нижним Новгородом иметь мне дело. Следующий, пожалуйста. Вот он приезжает в Нижний Новгород. Нижний Новгород не принял университет. Власти начали вовсю, да-да-да, вроде бы как и хотим. Ну, а Горький, когда встретились они с Константином, он говорит, а что вы хотели, чего вы ожидали от них? Я другого и не ждал. Пришлось ехать в Уфу, следующий город был намечен Уфа. Там встречаются братья, в этот момент рождается мой папа как раз. Я представляю, что они там виделись все. Там же Елена, его дочь Штегман. То есть я думаю, что они там все повидались. На Урале первый раз был Константин. И само по себе очень интересно, это как он там вот это все вот это вот искал. Это безумно интересно, это эпопея Пермского как раз университета. Я им подробнее это все рассказывала, но для вас у меня нет времени. И Уфа готова была принять, но у них не хватало ресурсов, помещений. И, как он пишет сам в воспоминаниях своих, Владимир, его сын, он пишет, что я
не тот интеллектуальный уровень был, не тот уровень подготовки был, чтобы принять огромный 4 факультета, 5 факультетов даже Юрьевского университета. За это время война немножко останавливается, подошли к Риге еще. И как-то этот вот вопрос с эвакуацией застрял, но уже пошел дальше, процесс был пущен. На самом деле Юрьевский университет уезжает в Воронеж частично, профессора была в основном немецкая, они там поставали в ожидании немцев, очень хотели, чтобы пришла. И профессуры-то не было никуда. Но едут в Уфу, и уже мелькает мысль о том же открыть не Юрьевский университет, а открыть филиал Питерского университета, Петроградского университета на Урале. И вот Пермь оказалась, в Екатеринбурге были они в Уфе, Уфа отказана. Едут они в Екатеринбург, а там хитрая такая штука в воспоминаниях есть. У них там есть самый старший, там, я не знаю, кто он по званию духовному был, церковный их глава. А по статусу ректор института приравнен к этому главе. А там он один был по этому статусу. И Константин вспоминает, вернее, его сын вспоминает, что Константин говорит, что ну, не очень хотелось иметь второго по статусу такого человека. В общем, делают всякие препятствия, препоны и так далее. Екатеринбург отказывает. И последний остается первым. А здесь неудивительная встреча, пожалуйста, следующая, 23-я. Здесь встречается меценат, купец, просветитель, которому благодарен, если бы не его деньги, конечно, вряд ли университет появился бы, Мешков, замечательный человек. И вот в Перми все есть, и памятник ему есть, и все, ну деньги и так далее. А Покровскому, который, собственно, вставил на ноги этот университет, ничего не было. И Владимир, сын, добивался все время хотя бы памятной доски. Я когда приехала в Пермь, меня подвели к дому, где жили Покровские, а это здание ФСБ. Конечно, там невозможно было бы сделать памятную доску, когда он репрессированный коллаборационист, да? Вы понимаете, это вообще нереально просто. Но вот опять зачем? Зачем мы это ведем исследование? Там нашелся мой четвеюродный братец, который активно, он такой журналистского такого направления, он активно развил, хоть это не его ближайший родственник, деятельность такую, шум там поднял. Мы с ним все время так вот, все время как брат с сестрой бодаемся, но тем не менее... И мой шум, я этого университета, как я счастлива, что вы помните его. Никто там, конечно, толком не помнил. Но вот, знаете, когда человек людям все время говорит, что мы вас помним, мы вас помним, мы вас помним. Вы молодцы такие, но правда там была стипендия имени Покровского сделана. Я не могу сказать, что совсем не помнили. Я пишу в музей университета. Очаровательные люди, абсолютно. То есть меня университет встретил очень хорошо. Я ничего не могу сказать. Дважды я там была 2 года подряд. Я им вывариваю кучу документов, которые у меня есть по Покровскому. У них там есть стенд по Покровскому. И они мне вываривают воспоминания Владимира, какие-то записочки, какие-то там еще чего-то. И их предыдущий директор музея разговаривал с Владимиром. И какие-то старые фотографии нашлись и так далее, и так далее. Вот. И мы завязалась дружба у нас таким образом. В 18-м году, пожалуйста, следующее мне нажми. Вот это вот были развалины, Мешков отдает свое здание под университет, еще много зданий. Там очень сложная эпопея была. Вот. В общем, город, это народ, вот Горький говорит, что Ломоносову было сложнее. Потому что за ним никто не стоял. А у вас стоял целый народ, целый город стоял. Действительно, народ там сделал много, с ликованием встретили следующее открытие этого университета. Но это как бы пик был вот такой, и пик его известности в Мариинском театре, где тоже, то есть в Мариинской гимназии, где тоже наша Пашихина, дальняя родственница была, директрисы. И вот речь Покровского на собрании, вот это открытие собрания, расписание. Огромный праздник был, и жена его принимала активную часть, смотрела, как устроились студенты. Невероятно было трудно, это 16-й год.
Это 17-й год, ребята, это смена власти и так далее. И вот здесь мне интересны взгляды его политические. Он вообще был в партии кадетов. Его считали очень левым, поэтому у него очень мало было наград. Как-то его не очень так это вот жаловали государственные власти Константина. А здесь у него, в его речи было такое, вернее, он пишет одному из своих друзей Морозову, известной личности, что очень трудно, но если это получится, я надеюсь, что если утрясется вот это все с властями, то есть он принял, в принципе, революцию тогда, что, может быть, действительно светлое будущее будет, да? Может быть, действительно наладится. То есть человек передовых взглядов, он верил в это, он ради этого и работал, и служил. И набирают новых, молодых. Давай следующий, пожалуйста. Вот эта комиссия, вот он справа сидит, в первом ряду, которая открыла этот университет. И следующую. И он настолько устал, при этом смерть матери, смерть отца, смерть жены, куча вот этих всех сложностей, война, эвакуация. И при этом он в 15-м, этом 16-м году защищает докторскую. Ну, господа. Вы понимаете, у меня это не укладывается. Тут книжку написал, это счастливо, безмерно. А он продолжает эту всю деятельность, еще и преподает, и умудряется вот это. Он безумно устал. Безумно устал. И набрал прекрасный молодой коллектив, туда профессуры не хватало. Блестящие потом стали ученые. 2 года он тянул этот университет. И в конечном итоге... Он просит, раз прошение подают об отставке, его не отпускают. Причем с такими словами, я читала все эти вот протоколы этих собраний. Он второй раз говорит, я не могу больше, понимаете, я физически просто не выдерживаю. Может быть, уже и наукой надо было. С большим трудом его отпускают. Я не буду зачитывать эти письма, но поверьте, вот искренне, не просто там формальность, а там чувствуется, что коллектив его очень любил. Он блестящий был руководитель. Он уходит в отставку, а этот 18-й год, а здесь Колчак, а здесь туда-сюда. И в общем, эвакуирует, университет эвакуирует в Томск. И там он уже просто профессурой, профессией своей занимается как профессор. И в то же время он был вдохновителем в Томске организации факультета астрономии и обсерватории, который сейчас работает. Книжку я им тоже направила, документы им отправила с большой благодарностью. И документы я им отправила еще и архивные. Встретились с очень большой благодарностью. Следующее. Так. Ага. Дальше. 5 минут осталось. Да, успею. Пулковская обсерватория. Ну, ребята, ну что делать? Ну, вот видите, как много материала. Вот я лишним, конечно, говорю, давай. Вот следующее. Он в 20-м году уезжает в Пулково. Вот это я нашла из архивов его сына. Странная фотография. Вот он в генеральском этом облачении, это уже советские времена, 24-25-е годы, здесь 26-е. Я не могу понять, кто это. Вот это жена. Вот это жена. Дочери осталась одна, Елена, Людмила, это не Елена, я уже, не Людмила, я ее знаю. Елена вряд ли по возрасту не подходит уже. Мальчик странный, не Володя. Володя был уже 18 лет тогда, здесь лет 12. Но поза мальчика, посмотрите, как он держит. Это близкий человек кто-то, это родня. Насколько я знаю, у его жены второй не было детей. По крайней мере, в тот момент принятие были таких маленьких, и возраст уже был серьезный. Я так высчитываю, думаю, откуда папа у меня знает о том, что он генерал, он был, значит, 26-й год. Значит, связь вот какая-то была. Каким образом он знал, что в Пулково работал? То есть какие-то вот эти вот маленькие сведения, которые шли, они как раз и пришли ко мне, и я спросила, мамочка дорогая, а может быть, это моя тетя, сестра, моей бабушке привезла погостить. Большой вопрос, большая загадка. У меня нет фотографий папы в маленьком возрасте. А по этой фотографии крайне сложно что-то определить. Вот такая любопытная тоже находка. Следующий.
Пулково – страшная история. Советская власть там поработала очень крепко. Аресты профессуры, аресты ученых. И в результате разорена эта Пулковская обсерватория. Но каким образом не попал под арест тогда Константин Дармидонович, я не знаю. Но в 1934 году, видимо, он успел, его переводят в Одесскую обсерваторию. И вот здесь он поселяется в обсерватории, он уже в возрасте серьезном, у него больные обе эти женщины, сестра и его жена. И здесь страшная история происходит. Начинается война, ну, там никаких событий особо не было, продолжает работать, писать, просветительство. Начинается война, и это место, туда приходят румыны. А среди их румынов были его ученики и люди, которые почитали его талант как ученого. И они ставят охрану, мощнейшую охрану вокруг обсерватории. Таким образом, обсерваторию не разорили, мародерство не произошло. И как только пришла Красная Армия, на следующий день обсерватория могла работать. Но румыны относились довольно лояльно. И они считали, что это были их подданные. И поэтому особо не зверствовали, как немцы. И они всеобщую трудовую повинность ввели. И слава Богу, потому что когда уходила Красная Армия, они все коммуникации взорвали. Они народ просто бросали. Эвакуироваться оттуда было практически невозможно. Ему было уже 73 года, у него две больные женщины, он больной человек. Он просто не мог, физически не мог. И начинается работа, в университете преподают, нашим же русским преподают. А в 43-м году там власти делают на 4 месяца буквально институт социальных каких-то наук и заставляют читать лекции направленности против советских, да, под страхом, так сказать, расстрелы и все прочее. Константин прочитал единственную там лекцию «Скорбные страницы в истории Пулково». Причем просто сказал, как было там дело на самом деле, то есть так оно идет по этим названиям. Потом перевернули все, и вот следующий, пожалуйста, да, 30-й. Это предатель, это его заместитель по обсерватории, который работал же там при румынах, и он первый же пошел и предал целую группу профессоры, которые арестовали, как только пришла туда Красная Армия. Как предателей, как коллаборационистов, извратил все факты, название лекции было извращено, то есть, ну, в общем, наплел там такого, это, я читала, я нашла судебное дело, я выписала сейчас, благодаря исследователям украинским из Одессы, я получила судебное дело, я читала его 3 тома, все это вот профессуры, передала в мемориал, сейчас это дело, без слез это невозможно было читать. Началось с унижения, вот сейчас его назначают, а и тут же его унижают, снимают с должности, и тут же выкидывают на улицу вместе с больными женщинами, арестовывают, продержали в Одессе в тюрьме, а ему уже 76 лет. То есть уже больной человек, было тяжело. Не говорят, обвиняют вот только вот в этой лекции обвинений, каких выступлений не было, человек науки, он занимался наукой своей. Никаких пристрастий не высказывал. Да, вот эта вот фотография. И вот эта уникальная фотография, последняя прижизненная фотография весной, в мае, сразу после ареста, 44-го года. Меня потрясла эта фотография, честно говоря. Я смотрю, и вот для меня это такой образец стойкости духа. Его уже пытали, его уже избивали, его, я даже говорить не могу, это так тяжело. Я смотрела фотографии другой профессора, ничего не могу сказать. Там сломленные люди. Они в ГУЛАГе там оказались, они не выдержали долго, погибли практически все. Вот измученный человек, но какие глаза! Вот согласитесь со мной, какие глаза, какой силы человек духа! Какой ценности? Я не люблю прилизанных образов, но я не нашла в его жизни ни одного изъяна, где я могла бы сказать, нет, вот тут у него не так. Удивительный был человек во всех отношениях. И семьянин, и отец, и как он писал завещание своим детям через Владимира, все очень разумно. Если что-то случится, как вот это разделить все, и как, чтобы они не растрындыкали это его наследие. Следующий нажми, пожалуйста. Его замучили в тюрьме, не дождавшись суда,
не было предъявлено еще обвинение, то есть его только вот не было суда, поэтому непонятно, кого реабилитировали. А реабилитировали его с помощью мемориала Одессы, Одесского университета. Спасибо им большое, только тоже с даты непонятно, то ли 91-й, то ли 92-й год. Но стипендия его имени в Пермском университете была уже в 92-м году уже назначена. И я подумала, ну лежит этот реабилитационный где-то там, реабилитировали его справочкой. А кто об этом знает? Я прихожу в Солженицынский, а он коллаборационист. Я хлопаю этой справкой, да? Я говорю, вы хотите, прежде чем говорить, я говорю, вы немножечко хотя бы интересуетесь, или уже закрываете рот свой и молчите. Взвелась я тогда. И вы понимаете, вот ради этого я и написала эту книгу еще. И ради этого это стоило делать. И я поняла, почему так сложилось, что о нем быстрее информация ко мне пришла, чем о ком-то не было из моего рода. Нужно было именно его имя в первую очередь восстановить. И когда я сейчас рассылаю книги, я рассылаю документы, чтобы это... Меня не будет. Потомки могут там, ну так, прочитал, забыл, называется еще что-то, а может быть и продолжит. Но люди это имя должны знать. Если кто-то когда-то, куда-то пойдет в ту же библиотеку, там хоть один экземпляр, но найдется этой книги. Куда они пойдут? В обсерватории, в музее, в университетские библиотеки, в библиотеки пойдут, да? То есть места, где он был, работал и служил. Человек науки. И следующее, пожалуйста. В 18 году я приезжаю в Пермь. Это следующая моя поездка. Ректор, губернатор, ректор вот с сертификатом стоит университета, губернатор и мэр города на день города открыли памятную плиту на аллее доблести и славы Покровскому Константину Дермидонтовичу. И я была как почетный гость туда приглашена. Следующую фотографию. Вот такая звезда. Я не очень люблю, когда это по голливудскому типу, когда ходит по этой звезде, но хотя бы так. Вы понимаете? То есть, и вот у меня была, я стояла, вот, положила розу туда, я стою, я реву стою, и у меня такое чувство, вы знаете, вот как я как у могилы стою. Ведь неизвестно, где он где-то брошен там на тюремной вот этой вот свалке могильной. Вот ради этого стоит делать то, что мы с вами делаем. И когда мне говорят сейчас ради, собственно, ты, как ты вот этот, какой тут нос, какой тут нос. Для меня этот человек настолько недосягаемый и настолько образец, к которому надо стремиться. Это ощущение вот низкого поклона. Вот эта книга, это просто низкий поклон, на все, что могу, называется. Все, что я могу в конце жизни сделать для этой памяти, этого человека. То есть я считаю, что его имя все-таки возродилось. И как мне сказал директор обсерватории московской, он говорит, да что, по сравнению, вот когда делаешь такое дело, себя по сравнению с такими личностями кажется такая маленькая-маленькая. И хоть что-то сделать. Вот вам судьба этого человека, который вот тут родился, вот. Вот мы сидим на этом месте. Нижний Новгород. Спасибо большое вам.